Погода на этой неделе в Сергиево-Посадском округе будет относительно спокойной. Больших ветров не ожидается, облачность будет переменная и дожди пройдут в основном в ночные часы. Об этом нам рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Дневная температура с понедельника по четверг будет колебаться от плюс 9 до плюс 12 градусов. Температурный фон в ночные часы будет составлять до четверга где-то порядка плюс 2, плюс 5 градусов. Четверга ночные температуры не будут опускаться ниже плюс 7, плюс 9 градусов. К пятнице погода изменится в лучшую сторону. Дожди прекратятся, температура повысится до плюс 13, плюс 15 градусов. При прояснениях до плюс 16 градусов, что выше нормы на 2,5 градуса. Ветер тоже повернет на южный, юго-западный. Будет переменная облачность преобладать, чаще будем видеть солнце. Эта же погода перейдет на выходные дни. То есть выходные на этой неделе могут порадовать нас относительно теплой и солнечной погодой. Екатерина Фурсова, программа «События».